Дорогие коллеги, присутствующие, объявляя о начале, по факту, юбилейной 10-й ежегодной ассамблеи российских географов-обществоведов, я хотел бы обратить внимание на три момента. Первое – это масштаб нашего сегодняшнего мероприятия. В ассамблее в тех или иных формах принимает участие более 250 наших коллег. 12 стран мира. Реально сюда приехали 23 иностранных участника из 7 государств. То, что конференция, ассамблея получилась такой представительной, во многом связано с местом проведения, с замечательным городом Казань, с Республикой Татарстан. Этот динамичный, благополучный, красивый город с тысячелетней историей органично сочетает в себе элементы тюркской и русской культуры, культуру ислама и православия. В последние годы он превратился, безусловно, в одну из столиц нашей страны. И самое главное, что здесь есть мощное, сильное, одно из наиболее старых, заслуженных учебных заведений России. Это Казанский Приволжский федеральный университет. Здесь, в этом университете, работает большой, сильный коллектив наших друзей, единомышленников, коллег, географов, географов-обществоведов. Конечно же, мы все откликнулись на приглашение приехать сюда, на Казанскую землю. Для нас это очень важно. И завершая вот это вводное слово, я хотел бы сказать, что организована наша встреча, а мы это чувствуем уже по многим-многим моментам, деталям, блестяще. Хочется поблагодарить за это и оргкомитет, всех, кто работал в нем, работал многие месяцы, работал дружно, продуктивно. Поблагодарить нашего коллегу Рубцова Владимира Анатольевича, профессора, который возглавляет Татарстанское региональное отделение АРГО. Он очень четко координировал этот процесс. Поблагодарить директора Института экономики, управления и финансов Наилю Гумеровну за поддержку. Вот за те великолепные условия, в которых мы работаем и собрались. Спасибо огромное коллективу Казанского федерального университета. И поскольку мы здесь, мы гости на этой площадке, то, конечно же, первые слова, приветственные слова, а сейчас будет череда таких слов, хочется предоставить представителям ректората, руководства университета, я считаю, много делающего для поддержки географического направления в своем университете. Слово первому проректору университета. Мы с ним уже общались, и я высказал ему слова глубокой признательности вот за все, что сделано для ассамблеи. Ясно. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дорогие гости, которые приехали к нам сегодня в нашу столицу, в наш университет. От имени Ильшата Рафкатовича Гафурова, ректора нашего университета, и от себя лично я сердечно вас приветствую в стенах старейшего вуза России и желаю вам успешной и плодотворной работы. Казанский университет сегодня является одним из крупнейших федеральных университетов России, в стенах которого обучается около 47 тысяч студентов из 98 стран мира, в том числе среди них 8 тысяч – это иностранные студенты.
Возникновение и развитие географии в Казанском университете относится к началу XIX века, когда выдающийся ученый Иван Михайлович Симонов, в свое время ректор нашего университета, принял участие в знаменитой антарктической экспедиции 1819-1821 года Бенедикта и Лазарева, и когда была открыта Антарктида. Этнографические и графические коллекции, которые были собраны Симоновым, стали основой многих музеев нашего университета. Кафедра географии была открыта в Казанском университете в 1848 году. Ее первым заведующим был профессор Кротов, который внес большой вклад в исследование Волго-Уральского региона и географического образования, в развитие географического образования в России. Факультет же географический у нас появился в 1937 году. И за 70 лет своего существования выпался более чем 4500 специалистов. Большую роль в развитии географической науки в Казанском университете, в республике нашей, в стране в целом, играет Казанская школа экономической и социальной географии. Кафедра экономической географии была основана в 1932 году ректором тогда нашего университета Векслиным. Наивысшего расцвета, или пик, так сказать, активности деятельности кафедры экономической географии и регионального анализа был в 1970-80-е годы, когда шла подготовка экономики географов, владеющих современными методами математического анализа и моделирования. В 80-90-е годы кафедру возглавлял профессор Анатолий Михайлович Трофимов, который известен был не только в России, но и в мире. Многие здесь присутствующие, наверное, его помнят еще. И в это время сотрудник кафедры был подготовлен и успешно защищено 5 докторских и более 20 кандидатских диссертаций по пространственной географии. С 2015 года организована подготовка магистров в области пространственного развития территории. В 2019 году открыта магистерская программа геоинформационной и космических технологий в экономике управления. Магистерские программы востребованы учащимся из стран не только, так сказать, регионов России, но и из других стран, в частности Латинской Америки, Китая, стран Ближнего и Среднего Востока. Географы Казанского университета поддерживают международные связи с европейскими университетами. В настоящее время на кафедре работают преподаватели из университета Парижа и университета Лейпцига. Потенциал географического направления позволяет руководству Казанского университета видеть хорошие перспективы развития географических наук и особенно таких научных направлений, как общественная география, урбанистика, руралистика, стратегическое и пространственное развитие территории. Особое, конечно, я бы сказал, внимание мы сейчас уделяем вопросу решения крупных народно-хозяйственных задач, включая разработку стратегии развития территорий, территориальную организацию производительных сил региона, обучение государственных и муниципальных служащих в этом направлении. В завершение хочу, уважаемые коллеги, сказать, что вопросы, которые выносят на ассамблею, очень актуальны, конечно, для развития экономики страны прежде всего. Они связаны с тем, что развитие регионов определяет развитие России. И поэтому эти вопросы, которые вы будете обсуждать, очень они злободневны и очень нужны сегодня. Желаю вам успешной, плодотворной работы, живых дискуссий, творческих успехов и всего самого-самого хорошего. Спасибо. Уважаемые коллеги, слово для выступления предоставляется Багаудиновой Наиле Гумеровне, директору Института экономики, управления и финансов. Это тот коллектив, в котором работает основной костяк наших географов-обществоведов здесь, в Казанском университете. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, гости, студенты. Вот сегодня, Александр Георгиевич, у меня вот двойной праздник. Я сразу скажу, у меня есть, конечно, написанные выступления, у меня есть тезисы доклада. Но сегодня мне хочется немножко сказать то, о чем редко говорит директор. Мне очень приятно присутствовать на собрании ученых предмета, который был любимым в школе и в вузе. Так случилось, что эконом-география в моей жизни была одним из самых любимых предметов.
И когда нам говорили, что надо наизусть знать и с закрытыми глазами на карте России показать территориально-экономические комплексы, мы сначала думали, зачем нам это надо, зачем мы это все делаем. А потом мы поняли, что в меняющейся жизни, как это необходимо, и ты в самом деле знаешь, где находится Кузбасс, и чем он отличается, чем он богат. И что Кузбасс и Донбасс – это не одно и то же, это несколько разные точки на карте бывшего Советского Союза. Я очень рада приветствовать вас, уважаемые коллеги, и хочу сказать еще одно. Наверное, у некоторых из вас вызывает вопрос, почему вдруг географы и Институт управления экономикой и финансов. Но так сложилось, что Институт управления экономикой и финансов в Казанском федеральном университете, помимо того, что он занимается подготовкой кадров по экономическим направлениям в рамках 38-й специальности, очень многое, особенно это, вот, это одно из направлений, которое наш ректор пропагандирует, посвящено развитию территории и пространственного развития. Естественно, без географии это быть не может. Поэтому так случилось, что географы Казанского университета, географическое отделение бывшего педуниверситета, которое влилось в состав федерального университета, и также те отделения, где преподавалась география уже в финансовом институте, они тоже, естественно, вошли в наш институт. Поэтому география, мы постарались, и вы это увидели, чтобы география у элитных, где-то мажорных экономистов не стала почерницей. Это одна из наших любимых дочерей, уважаемых и приносящих определенный доход в копилку того, что делает институт. Я очень рада приветствовать представителей всех стран, которые здесь присутствуют. Практически все постсоветское пространство, постсоциалистическое пространство, все присутствуют здесь. Уважаемые коллеги, позвольте мне сказать огромные слова благодарности от имени ректора и себя лично за то, что вы приехали в наш Казанский федеральный университет посмотреть, как мы изменились, я думаю, в лучшую сторону, в канун особенно нашего такого красивого дня рождения 215-летия. У меня тут, конечно, написано, что делают, что делают наши студенты, что делают наши преподаватели, какой занимаются наукой. Но я хотела бы сказать вот так вот от себя эмоционально, что был период забвения географического образования, к сожалению. И мы, к сожалению, пришли к тому, что очень много именитых людей страдают, я извиняюсь перед именитым сообществом, географическим кретинизмом. Я очень хочу это ликвидировать, и одна из целей дирекции института является то, чтобы как бы вернуть ту значимость, которая именно экономическая география была и составляла в Казанском университете. Я думаю, что у нас это немножечко начинает получаться. И еще один из аспектов, который я хотела бы отметить, у нас очень разносторонние студенты, разногеографические, то есть из многих не просто регионов России, но из многих стран постсоветского пространства и уже дальнего зарубежья. И я хочу сказать, вот так как мы в этом году, в связи с тем, что на территории у нас в городе Казани праздновали, ну, проводили WorldSkills, у нас немножечко с опозданием начался учебный год 16 сентября. Мне хочется сказать, что мы каждый год в своих рядах видим определенное количество стобальников по географии. Это тоже заставляет как бы быть гордыми за эти моменты, потому что русские и общество, русские и математику сдают все, а как-то географию, ну, не все как бы чтут. Мне хочется пожелать успехов, мне хочется пожелать, чтобы сегодня в аудиторных, на пленарном заседании, в течение круглых столов мы обсуждали очень многие проблемы. Они в самом деле существуют, интересные, разнообразные, как преподавать, как сделать, чтобы география была еще интереснее, и чтобы школьники все сдавали географию. Очень хотелось бы, чтобы как английский география стала общим предметом
результатам ЕГЭ. Но, может быть, это время придет. Мы все думали, что ЕГЭ не будет по-английскому, оно пришло. Кто знает, потому что страну надо знать. И иногда надо это сделать определенными, ну, скажем так, в кавычках, силовыми методами. И заставлять изучать тот регион, в котором ты живешь. Я хочу пожелать успехов. Я знаю, что у вас намечены очень большие мероприятия. Я очень хочу, чтобы, во-первых, очень хочу, чтобы сохранялась теплая погода, и у вас была возможность погулять по этому прекрасному городу. Все в руках Казанского университета, но даже кафедра есть, которая отвечает за погоду, но не всегда мы можем эту погоду заказать. Но вроде бы солнце улыбается вам. И вот я хочу, чтобы это солнце, все это улыбалось вам. Мы всегда с вами, мы всегда на страже всей организации. Все, что нужно, если какие-то вопросы, администрация открыта. Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас и успешной вам работы. И я очень хочу под аплодисменты представить нашего коллегу, заместителя председателя комитета по туризму Саэтову Лиану. Она наша выпускница, да? Наша выпускница. У нас сейчас куда в министерство не зайди, Республики Татарстан, не ошибешься. Или министр, или замы точно наши выпускники. Поэтому я и представляю слово, потому что в рамках туризма мы очень плотно работаем с нашим комитетом по туризму. А от себя всем успешной работы и добро пожаловать в Казань. Спасибо, Лея Гумерова, спасибо. Гумерна, действительно, очень приятно приходить в стены вуза, которого закончила, особенно с красным дипломом. Хочу, пользуясь случаем, похвалиться. Дорогие гости, дорогие участники конференции, действительно, география, туризм, взаимодействующие понятия, их связь многогранна, они во многом обогащают друг друга. Турпродукт, туристический маршрут – это такие процессы, в которые география включается в технологию основной деятельности. География составляет обязательные условия туризма. География питает туристическими сведениями о туристических маршрутах, районах, ресурсах, благоприятными или неблагоприятными факторами среды, информацией для разработки туристических маршрутов. Поэтому не случайно туризм также присутствует сегодня в рамках нашей конференции. Я рада всех приветствовать, желаю вам успешной работы и всем гостям нашего города, нашей республики. Желаю обязательно ознакомиться с достопримечательностями Республики Татарстан, которой мы очень гордимся, и приезжать к нам еще много-много раз. Спасибо за внимание. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, ну вот продолжая эту взаимную презентацию, а именно так это и происходит, да, наша профессиональная корпорация презентует себя в этой аудитории. Замечательный Казанский университет тоже показывает нам, как относится к общественной географии, относится очень хорошо, как мы видим. Я хочу сказать о следующем. В российской общественной географии много замечательных, ярких, сильных профессоров, докторов наук, исследователей. И мы гордимся их достижениями, их возможностями. И вот одно из таких наших профессиональных достижений, то, что один из наших коллег, докторов наук, профессоров, в течение 5 лет возглавлял самую главную организацию географов в масштабе планеты, это Международный географический союз, то есть был президентом Международного географического союза. Владимир Александрович Колосов, он сейчас с нами, я предоставляю ему слово. Он работает заместителем директора Института географии Российской академии наук, он вице-президент Русского географического общества и многое-многое другое, о чем бы я мог говорить полчаса. Спасибо, Александр Георгиевич. Уважаемые коллеги, когда 10 лет назад появилась скромная тогда инициатива о создании Ассоциации российских географов-обществоведов, трудно было представить, что она превратится, это вырастет в стабильный, постоянно действующий институт, что ежегодно будут проводиться все более представительные конференции, все более широким международным участием. Наше научное сообщество небольшое относительно, но мы глубоко убеждены, важное для нашей страны.
И напомню, что в мировой географии в большинстве стран мира именно общественная география, география человека занимает главное место и по численности кадров, и по финансированию, и по авторитету во многих ведущих университетах. Последний раз я побывал в Казани очень давно, но по знаменательному поводу. В 1990 году здесь был проведен последний съезд Всесоюзного географического общества, очень представительный, в котором участвовали коллеги из всех союзных республик, из ряда зарубежных стран. И, как говорили в те времена, вызывает чувство глубокого удовлетворения, что наша конференция сопоставима по представительности с тем знаменательным событием, что мы нашли все, кто давно не был в Казани, этот город радикально преобразившимся, настоящей действительно столицей, одной из столиц нашей страны, убедиться лично в том, что старейший в стране Казанский федеральный университет живет, развивается, и вот в нем 47 тысяч студентов, как сказал только что первый проректор, весьма впечатляющая цифра. И в этой связи я еще раз хотел бы поблагодарить наших уважаемых хозяев, пожелать им дальнейших успехов, поздравить с началом нового учебного года и, конечно, успехов всем нам, успехов конференции. Спасибо, Владимир Александрович. Дорогие коллеги, по традиции наших ассамблей, сейчас мы предоставляем слово нашим зарубежным участникам. Я уже сказал, что у нас целый ряд таких делегаций, дружественных нам абсолютно. Эти коллеги с удовольствием приезжают на наши ассамблеи. В свою очередь мы очень плодотворно с ними взаимодействуем. Я дальше скажу, по каким направлениям и что. Ну а сейчас я начну с коллег из Сербии, Республики Сербской, регулярных участников наших ассамблей. Сегодня они тоже здесь с нами. И прошу выступить с приветственным словом профессора Райка Гнята, президента Географического общества Республики Сербской, доктора географических наук, профессора, нашего большого друга. Уважаемые коллеги, дамы и господа, для меня большая часть от своего имени, от имени Географического общества Республики Сербской, а также от имени моих коллег, которые сегодня здесь приветствуют всех участников 10-й юбилярной международной научной конференции ЯГУ. Заодно хочу изразить благодарность организаторам конференции за исключительное гостеприимство. Уважаемые коллеги, географи из Республики Сербской активно участвуют в работе Аргос 2012 года, когда в Санкт-Петербурге состоится третья конференция Аргу. В тех пор и в плод до сегодняшнего дня мы являемся участником всех мероприятий, организуемых Аргу в России и в странах бывшего Советского Союза. Наш общий вклад и развитие Аргу за последних 8 лет был скромным, соответствующим нашим возможностям. Тем не менее, мы хотим ввести наше сотрудничество на более высокие уровни в ближайшем будущем. Гарантии, что нам удастся это сделать, является все больше заступление нашей молодежи на встречах географов по всей России. Уважаемые коллеги, разрешите высказать свои скромные замечания на счет работы Аргу. В течение последнего десятия лета Арго полностью и уверенно оправдали свое соучаствие. На научных встречах и посредством различных публикаций этого сообщества были актуализированы многочисленные проблемы и задачи современной социальной географии, определенные ключевые вопросы и процессы развития современного мира. Особое внимание было уделено различным аспектам и проблемам Евразии и Западни Балкан. Благодарю Арго были установлены отношения между географами евразийского и европейского пространства. Все, что было сделано и что в будущем будет сделано, один человек предусмотрел еще 10 лет назад. Мы
непременно должным поблагодарить председателя нашей ассоциации, профессора Александра Дружинина и его ближайших сотрудников за огромную работу. Мы хотим продолжать в том же духе. В заключение позвольте мне изразить признательность за многолетное дружественное сотрудничество, за многочисленные и незабравленные встречи, за искреннюю дружбу. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья и успеха в новых научных совершениях и во всех начинаниях. Благодарю за внимание. Извините за ваш язык. Спасибо, Рекер, спасибо. Дорогие друзья, здесь, на нашей ассамблее, впервые в нашей практике присутствует большая группа турецких географов. Мы начинаем с ними активно сотрудничать по многим направлениям, и, конечно, их приезд сюда к нам очень и очень важен, ценен. Айдын Ибрагимов, я предоставляю слово профессору Эгейского университета, доктору географических наук. Большое спасибо за теплые слова. Я регулярно, с некоторыми исключениями, всегда с большим удовольствием принимаю участие в работе этих конференций. Как сказал Владимир Александрович Колосов, трудно было предположить, что примет такой размах. Но это приняло и стало таким очень стабильным явлением в российской географической жизни. И роль нашего коллеги Дружинина в этом деле, конечно, неоспорима. Ну, все было очень сложно, но мы в конце все-таки на эту конференцию, именно в Казань, город, который имеет для Турции особую значимость, приехали с группой турецких географов, возглавляющей вице-президентом Турецкого географического общества, коллегой Ихсан Булутом. И надеемся, что это будет начало значительно турецко-российского географического сотрудничества. В частности, уже сейчас турецкая делегация в своем выступлении, они сделают это предложение, приглашают отдельной группой географов из Казани для участия в конгрессе ИГУ, который будет проводиться в Стамбуле. И намерены разрабатывать с российскими коллегами значительные проекты. И планируется в 2020 году проведение российско-турецкого географического форума в городе Анталия. И надо отметить, что и сама Российская Федерация уделяет большое внимание развитию вот связи между различными категориями научной общественности. И я являюсь также советником Турецко-Российского форума общественности. Они регулярно собираются в год два раза, то в Турции, то в России. И там ощущается, какое большое внимание два государства уделяют развитию внегосударственных, неправительственных связей между двумя странами. Я думаю, что АРГУ – это первая такая организация, которая развивает тезисы, выдвигаемые руководителями двух стран на более широком таком пространстве. И то, что делает АРГУ для укрепления взаимосвязи на евразийской территории, конечно, заслуживает самого большого уважения. И я выражаю свою благодарность коллеге Дружинину за активную работу в деле организации подобных связей. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Здесь среди нас и делегация польских географов. Я предоставляю слово профессору Тадеушу Стрейкевичу из Познани. И хочу сказать, что буквально 3 недели назад в Калининграде при активнейшем участии Тадеуша мы провели очень интересный, первый за 40 лет, встречу, конференцию польских и российских географов. Приехал 21 человек из Польши в Калининград.
первые лица, директора институтов, главные редакторы ведущих польских журналов. И, в общем-то, в этом дружеском общении мы ощутили необходимость расширения наших связей. Близкий нам, соседский, братский народ, и мы очень рады, что Тадеуш и его коллеги здесь сейчас с нами. Пожалуйста, Тадеуш. Большое спасибо, уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги и друзья. Для меня это большой почет и приятность, что в начале этого ассамблея Арго могу передать всем его участникам сердечный привет от географов из Польши, тоже географов здесь присутствующих. Мы каждый год, почти каждый год принимаем участие в этих конференциях, потому что они стали ценностью в общественной географии, не только российской, но и международной. В этом году, по-моему, еще два важные привлекательные факторы. Первый – это юбилей десятилетия Арго. Я уже много раз говорил, какую большую роль играет эта организация в интеграции географов обществоведов, в формировании внутренних и международных, очень эффективных, длительных, научных, но тоже дружеских сетей. За 10 лет присутствия с нами хочу поблагодарить председателя Арго, профессора Дружинина, ее основателей и всех сочувствующих с этой заслуженной организацией. Но есть еще другой привлекательный фактор в этом юбилейном году. Это слова Казанского университета, которому 250 лет, и города Казань, о котором мы много слышали и читали, с одной стороны в контексте его истории, но с другой стороны тоже его динамического современного развития. Об этом не только надо читать и слушать, но прежде всего географ должен это увидеть. Поэтому мы здесь. Очень благодарим организаторов за их гостеприимность. И, наконец, хочу передать такой маленький юбилейный сувенир для Арго. Такая кружка с аистом. У нас верят, что аист приносит не только ребенок, не только детей, но тоже счастье там, где он поселится. И пусть вам, значит, организации Арго и тоже университету, всем участникам принесет новых детей, то есть новых сотрудников, студентов, аспирантов. Пусть принесет вам дальнейшее развитие этой организации и счастье вашей научной и личной жизни. Символ просто. Спасибо. Дорогие друзья, на нашей ассамблее впервые тоже в нашей истории группа, делегация наших южных соседей, дорогих нам азербайджанских коллег из Баку. В прошлом году мы провели очень интересную, хорошую конференцию в Баку на базе Института географии Академии наук Азербайджана. 51 человек приехал из России. Это было очень тесное, очень сплоченное дружеское и профессиональное общение. И вот на эту сцену выходит заведующий отделом социально-экономической географии Института Академии наук Азербайджана Закир Эминов, профессор, доктор географических наук, ему слово. Спасибо. Я тоже очень рад, что участвую в ассамблее эконом-географов Российской Федерации. Как отметил Дружинин, мы участвовали в ассамблее, но у нас был... Мы тогда подумали, что
нужно участвовать в общих российских конференциях. Я желаю успехов в работе Ассамблеи и приветствую всех и желаю успехов. Спасибо. Дорогие друзья, ну вот так получается, что у нас не только общеевразийская, но и евразийско-европейская конференция и встреча. У нас здесь группа коллег из Словакии, из Братиславы, дружественные нам географы, экономисты, ну и в том числе выпускник Ростовского государственного университета, профессор Владимир Гонда. Владимир, пожалуйста. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение и возможность выступить на этом мероприятии. Большое спасибо сотрудникам ректората Казанского Приволжского федерального университета, особенно проректору господину Линару Найльевичу Латыпову и госпоже Светлане Александровне Шабалиной за оперативную помощь в оформлении виз и также госпоже Ирине Мальгановой за встречу в аэропорту. Особая благодарность Александру Георгиевичу Дружинину, который и являлся инициатором этого приглашения, и я уже имел честь выступать на одной конференции географов под его руководством в 2010 году в Ростове-на-Дону. Позвольте представить вам нашу маленькую делегацию из Словакии, состоящую из двух человек. Более красивая половина нашей делегации – это мой коллега, профессор Ева Мухова, заведующая кафедрой экономической теории Экономического университета в Братиславе, ну и моя скромная персона. Раз я нахожусь на конференции географов и не могу не сказать, что именно в Словакии находится географический центр Европы. В заключении хочу от души поздравить всех участников конференции и пожелать успешного и плодотворного совещания. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово представителю японской географии, Япония, Майо Митигаме. Университет Ниигата. Здравствуйте, уважаемые коллеги, и поздравляю юбилейную конференцию АРГО. Я хотела бы поблагодарить АРГО и Александр Георгиевич, и оргкомитет, и коллег из Казанского федерального университета за приглашение на эту конференцию и возможность еще раз посетить прекрасный город Казани. Быть здесь для меня это действительно честь. Сейчас Россия и Япония сталкиваются с похожими проблемами. Это трудности развития регионов и городов. Создание умного города, снижение рождаемости и старение людей, недостаток рабочих рук и другие, и так далее. Надеюсь и верю, что эта конференция будет очень полезна и продвинет вперед наши исследования. В этот раз я только одна участвовала, так как нет друзья, поэтому буду очень рада познакомиться и вместе взаимосвязи. Благодарю за ваше внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Майя. Коллеги, теперь позвольте предоставить слово представителю Узбекистана. Виктор Федорко, доктор наук, человек, который организовал, блестяще организовал нашу встречу узбекских и российских географов в мае этого года. Прекрасная конференция, мы с удовольствием участвовали. Замечательное ощущение от Ташкента. Ну и сейчас он скажет несколько слов.
Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые организаторы. Дорогой Александр Георгиевич, прежде всего хочу выразить свою большую радость от участия в этом замечательном мероприятии, юбилейной ассамблеи ОРГО. Хочу поблагодарить за замечательную организацию коллег из Казанского федерального университета, из ассоциации. И позвольте передать самые добрые слова и пожелания от Президиума географического общества Узбекистана, лично председателя нашего общества, профессора Хикматова Фазлидина Хикматовича. Для географического общества Узбекистана взаимодействие с российскими коллегами и прежде всего с Ассоциацией российских географов и обществоведов были и остаются в приоритете, безусловно. И этот приоритет был задан лично Александром Георгиевичем Дружининым и ныне покойным многолетним руководителем нашего географического общества профессором Абдусами Салиевичем Салиевым, который первым из коллег получил звание почетного зарубежного члена ОРГО. И до сих пор мы стараемся развивать это сотрудничество, обогащать его новым содержанием, новыми гранями, новыми результатами. И смею надеяться, что общение с вами в эти дни позволит нам достичь новых высот, результатов в этом благородном деле. Успехов всем и огромное спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, я обращаюсь к нашей аудитории. Никого мы не упустили из наших иностранных гостей. Никого. Тогда мы переходим к следующему пункту нашей повестки. Пока еще торжественной повестки, повестки открытия. Это вручение наград ассоциации. Слово предоставляется профессору, доктору географических наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, почетному президенту, почетному профессору Санкт-Петербургского университета Анатолию Ивановичу Чистобаеву, который возглавляет у нас комиссию по наградам ассоциации. Добрый день, уважаемые коллеги. Комиссия по наградам ОРГО рассмотрела поступившие заявки на присуждение дипломов премии в текущем году и вынесла следующее решение. Диплом премии имени Николая Николаевича Колосовского присуждается Леониду Алексеевичу Безрукову, доктору географических наук, заведующему лабораторией ресурсоведения и политической географии Института географии имени Виктора Борисовича Сачавы Сибирского отделения Российской академии наук, профессору Иркутского госуниверситета. Премия присуждена за цикл научных трудов, который включает монографию «Континентально-океаническая дихотомия в международном и региональном развитии», а также серию статей о развитии размещений производительных сил Сибири в новых реалиях российской экономики. Вопреки распространенному в 90-е годы прошлого столетия и нулевые годы нынешнего века о якобы неэффективной экономике восточной зоны России, Леонид Алексеевич доказал обратное. При разумной организации централизованной статистической отчетности и грамотно проводимой региональной политики Сибирь и Дальний Восток могут стать инновационными центрами экономики, основанной на богатейшей ресурсной базе. Глубоко уважаемый Леонид Алексеевич, приглашаю вас пройти получение диплома премии имени Колосовского. Наверное, вы вручите. Да. Хорошо. Вот такой диплом с портретом Колосовского вручается вам. Поздравляю вас. Примите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, неординарный момент, все-таки замечена даже наука в Сибири, которая обычно как-то слабо замечается на общероссийском фоне. Наука существует, развивается. Ну вот, свое главное достижение я видел всегда в том, чтобы оценить
вклад географических факторов в экономическое развитие. Потом оказалось, что, оказывается, наибольший вклад в экономическое развитие или вне развития дают не географические факторы, а дает институциональный фактор экстерриториальности крупного капитала. То есть, попросту говоря, утечка доходов, налогов из индустриальных сибирских регионов, российские столицы и зарубежные офшоры. То есть здесь ситуация очень сложная, но экономико-географическими методами можно вскрыть очень сложную территориальную дифференциацию нашего социально-экономического пространства. Общественная наука, наука развивающаяся, поскольку она занимается обществом, а общество у нас находится постоянной динамики в развитии. И поэтому я считаю, что перспективы в общественной географии есть и очень хорошие. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, комиссия по наградам Ассоциации российских географ-обществоведов рассмотрела поступившие заявки на присуждение медали «Арго» за фундаментальный вклад в общественную географию и вынесла следующее решение. Наградить названной медалью Федорова Геннадия Михайловича, доктора географических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Геннадий Михайлович Федоров после окончания Ленинградского университета был распределен в Калининградский университет, где он трудится и сегодня, пройдя путь от ассистента до ректора. Под руководством Николая Тимофеевича Агафонова им была разработана концепция геодемографической обстановки в регионах областного уровня. Огромный вклад внесен Геннадием Михайловичем в обоснование геостратегии и пространственного планирования Калининградской области. По этой проблематике, руководимый Геннадием Михайловичем Институт природопользования, территориального развития и градостроительства добился больших успехов в подготовке соответствующих кадров. Ученики Геннадия Михайловича занимают важные посты во властных структурах. По объективным причинам Геннадий Михайлович не смог прибыть в Казань на ассамблею «Арго». Медаль будет вручена ему в Балтийском государственном университете имени Иммануила Канта. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, я хочу показать эту медаль, которую мы вручаем Геннадию Михайловичу. Красивая медаль, очень солидная. И диплом. И действительно, эту награду, которую Геннадий Михайлович безусловно заслуживает, мы вручим ему в день его 70-летия, это будет 16 декабря, в городе Калининграде. Коллеги, и еще несколько приятных минут, приятных мгновений. Ассоциация подготовила ряд благодарственных писем, грамот, в первую очередь за организацию вот этой нашей нынешней текущей встречи. Но прежде всего это благодарственное письмо ректору Ильшату Рафкатовичу Гафурову, ректору Казанского университета. Мы это письмо ему вручаем. Это благодарственное письмо первому проректору Казанского университета. Тоже оно будет вручено. Благодарственное письмо Наиле Гумеровне, которая нас покинула по делам, тоже мы ей вручим. Я попрошу выйти сюда Владимира Анатольевича Рубцова, фактического руководителя оргкомитета. Нет его, значит, он занимается организационными вещами. Тоже его ждет эта награда. Мальганова Ирина Григорьевна, доцент Казанского федерального университета. Ирочка, спасибо огромное за большой вклад в организацию ассамблеи. Спасибо. Владимир Анатольевич,
Вот сразу вы проходите сюда, и мы вам вручаем почетную грамоту за образцовую организацию подготовку ассамблеи ОРГО. И действительно все сделано здорово. Нияза Бектимирова прошу сюда выйти. Здесь он у нас. И тоже с огромной признательностью за вклад в организацию ассамблеи, за все, что он для этого сделал, вручаю ему эту почетную грамоту. Спасибо. Спасибо, Нияз. Байбаков Эдуард Ильдарович. Позже. Хорошо. Булатова Гульнара Нуровна. Тоже. Видите, все заняты, все в делах. Это как раз говорит о серьезности оргкомитета. Данилевич Виктория Викторовна. Тоже на регистрации. Прекрасно все организовано. И, наконец, завершая этот цикл, я хочу вручить благодарственное письмо Федорко Виктору Николаевичу, который уже выступал здесь, с огромной-огромной признательностью за его бесценный вклад в организацию нашей ташкентской встречи. Мы потрясены, очарованы его разнообразными талантами человеческими, дорогой мой. Спасибо тебе. Так, уважаемые коллеги, мы закончили с награждениями, но не закончили с официальной частью. Пожалуйста, поставьте презентацию «Арго 10 лет», Дружинин, «Арго 10 лет». Итак, коллеги, мы с вами отмечаем юбилей. А почему, собственно, юбилей? Ведь первая ассамблея ОРГО у нас прошла в 2010 году, как мы знаем, в Ростове. А потому что у любой структуры, у любой идеи, у любого проекта есть своя предыстория. Так, а как мы вот это все крутим? Вот оно что. Итак, 2009 год. Географы-обществоведы собираются под Санкт-Петербургом на небольшую встречу обсуждать текущие проблемы и стратегию развития нашей науки. И вот на этой самой встрече почти в один голос мы с Александром Петровичем Котровским озвучили идею, а не создать ли нам некую ассоциацию, некую организацию географов-обществоведов России. Идею поддержали. Потом она была поддержана на совещании заведующих кафедрами экономической и социальной географии России в сентябре этого года. И проект начал практически реализовываться. И вот в 2010 году в Ростове на большую, очень представительную конференцию по теоретическим проблемам социально-экономической географии мы собрались уже подготовленными, с уставом и с твердыми намерениями создать такую ассоциацию. И действительно, в 2010 году ассоциация была создана. Задачи ассоциации. Ну, вы видите, они на экране. Мы эти задачи всемерно стараемся реализовывать. Создана структура ассоциации. 36 региональных отделений. Это практически все центры нашей страны, России, где работают географы-обществоведы. В ассоциации более 550 человек. В своей массе, в своей основе это доктора и кандидаты наук. А чтобы представляли те, кто не в курсе, те, кто только вступают в эту профессию, у нас всего в России 600-700 человек, кого можно считать географами-обществоведами по роду работы, по базовому образованию. У нас редкая специальность, редкая и очень важная. И вот почти все представители этой специальности, они входят
как раз-таки в нашу ассоциацию. Год за годом мы нарабатывали традиции, осознавали, а что же должна ассоциация делать практически, как организовывать себя. Вот одна из таких форм, осмысленных, уже реализованных, это ежегодные ассамблеи ассоциаций. И вы видите, что первоначально эти ассамблеи проходили Ростов, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, опять Санкт-Петербург, а потом мы естественным образом, логично вышли за пределы узкого круга ограниченных центров и стали проводить наши встречи на всем российском пространстве. Крым, Чеченская Республика, Пермь, Барнаул, в этом году Казань. И это все зарекомендовало себя как очень хорошая, очень полезная для нашей профессиональной корпорации практика. Еще одно из направлений – организация школы семинаров молодых географов-обществоведов. Здесь я хочу сказать огромное спасибо Татьяне Ильиничне Герасименко, доктору географических наук, профессору, который вкладывает в это дело свое время и душу. И, конечно же, тем нашим коллегам, уважаемым коллегам, которые выступали и продолжают выступать с лекциями на этих школах. Они тоже очень важны, тоже очень интересны, в том числе и как эстафета поколений, и как некий элемент экспертизы диссертационных работ. Мы тоже этим занимаемся и тоже это будем продолжать. Под эгидой ассоциации издан ряд публикаций, издается вестник ассоциации, и каждый год мы это делаем, и очень интересные статьи там публикуем, рубрики. Международные связи. Уделяем этому много внимания, вы это уже поняли, почувствовали. Стараемся расширять, постоянно расширять круг наших друзей, партнеров. Последние годы регулярно проводим международные конференции, и тоже очень это интересно и очень полезно. И я благодарен нашим российским коллегам, которые находят время и средства приезжать и участвовать в этих конференциях, и, конечно, нашим партнерам, которые вместе с нами встречаются на разных площадках. И Баку, и Баня-Лука, Республика Сербская, Ташкент, Познань. Первую встречу мы провели там. И, наконец, в этом году в Калининграде та польско-российская конференция, о которой я уже говорил. Целый ряд зарубежных наших коллег, уважаемых коллег, получили статусы почетных зарубежных членов ассоциации. И тоже они здесь присутствовали и выступали перед вами. И, наконец, завершая, у меня очень короткое выступление, я хотел бы сказать, что за эти 10 лет наша ассоциация как форма взаимодействия, форма сотрудничества, координации деятельности российских географов-обществоведов полностью себя, на мой взгляд, оправдала. Конечно, нам нужно двигаться вперед, искать новые направления, формы сотрудничества, но тем не менее, вот то, что мы сделали и то, что продолжаем делать, это путь в правильном направлении. Спасибо за это всем, кто соучаствует в нашем движении. Спасибо, коллеги. Уважаемые коллеги, мы завершаем с официальной частью, двигаемся по нашей повестке, и теперь переходим к пленарным заседаниям, то есть к научным докладам. И позвольте предоставить слово для первого научного доклада профессору, доктору географических наук Колосову Владимиру Александровичу. Институт географии Российской академии наук. Как листать? Как листать? Понимаешь, касаешься экрана, я так понял. Просто касаешься. Уважаемые коллеги, что же такое геополитическое положение? Термин достаточно затертый, не вполне четкий. По-разному понимаемый. На наш взгляд, оно определяется прежде всего размером конфигурации территории страны, ее положением относительно разных данностей,
меняющимся местом, это, я думаю, самое главное сейчас, многообразной и динамичной мировой системе взаимосвязи и потоков. Потоков товаров, людей, мигрантов, туристов и других физических лиц, капиталов, информации, загрязнителей, энергии и других. Оно зависит также от научно-технического и культурного потенциала страны, ее международного влияния, которое тоже можно оценить многими измеримыми показателями. Я бы хотел подчеркнуть, что, как говорит наш коллега Андрей Ильич Тревиш, общественная география наука точно оперирует количественными мерами и строит модели. Это распространение языка, издательская деятельность, цитируемость научных публикаций, число патентов, рейтинги университетов, связи с так называемыми соотечественниками, число ресторанов, в конце концов, вот национальной кухни русской в данном случае и других национальных кухонь и так далее. Таких показателей можно найти очень много. Что ж такое? Но это одна сторона. Геополитическое положение страны определяется также восприятием своей родины самими гражданами, не только населением в целом, но и отдельными его слоями, политической элитой, жителями разных регионов, представителями разных социальных, культурных, этнических групп, видением исторической миссии государства, желательных союзников, внешних угроз, интерпретацией общей истории. И все это также измеримые показатели благодаря систематически проводимым социологическими ведущими институтами опросам и благодаря некоторым другим методам, о которых я скажу позже. Геополитический элемент важного геополитического положения страны – это представление о ней, ее образ в зарубежных, в том числе, конечно, особенно соседних странах. На фоне растущей информатизации общества, благосостояние государства, его место на политической и экономической карте, привлекательность, скажем, для зарубежных инвесторов, для туристов, во все большей степени зависит от его имиджа на мировой арене. И этот имидж складывается из множества структурных блоков, представлений о природных ландшафтах, населении, роли страны на политической арене, мировой культуре, мировом хозяйстве. На формирование этого образа влияют и частные образы географических объектов на территории страны, столицы, как правило, которые часто отождествляются со всей территорией. И здесь важно подчеркнуть изучение исследований зазора между самовосприятием страны гражданами и политической элитой и ее внешним образом. Перед исследователями геополитического положения страны стоят многие вызовы. Конечно, их разные ученые, в зависимости от своих взглядов, в том числе идеологических, определяют по-разному. Но, на мой взгляд, наиболее важные из них можно суммировать следующим образом. Это, во-первых, преодоление конфронтации с Соединенными Штатами, особенно в военной сфере, в сфере безопасности, в условиях демонтажа соглашений о контроле над вооружениями. И важен не только многополярный мировой геополитический порядок, но место в нем России. То есть Россия должна избегать всячески противостояния с Соединенными Штатами. Второе – это поворот на восток, о котором много, видимо, будет говориться сегодня, от Большой Европы к Большой Евразии, поиск геополитического равновесия в условиях уязвимых геоэкономических позиций России на востоке страны, риск зависимости от Китая. Это, конечно, санкции, контрсанкции, преодоление и ослабление отношений со странами Европейского Союза. Укрепление Евразийского экономического союза в условиях растущей самостоятельности внешней политики партнеров и их подчеркивание ими своего суверенитета в разных областях. Это компенсация соседства с враждебной ныне, к сожалению, Украиной. Это, увы, всерьез и надолго. Это нерешенные территориальные конфликты вблизи границ России. И, наконец, поддержание многообразных форматов отношений с ведущими странами мира. Можно выделить несколько подходов к изучению геополитического положения. Первый подход, его называют иногда неоклассическим подходом геополитики, можно определить как позиционно-морфологический, традиционный, но не потерявший, разумеется, своего значения. Функциональный, структурный, культурно-цивилизационный, критическая геополитика и
это даже не подход, а скорее принцип изучения геополитического положения, принцип полимасштабности, который все более важен в условиях глобализации. Кратко попробую охарактеризовать эти подходы. Позиционно-морфологический подход. Последние годы, 10 примерно лет, много внимания уделяется значимости размеров территории, населения страны и его экономического потенциала с точки зрения политического ее развития. Феномены крупных стран, благодаря работам уже упомянутого мной Андрея Ильича Тревиша, фрагментации политической карты мира, мало стран и стран-карликов. Дело в том, что число суверенных государств в международной арене постоянно растет, и большинство из них именно малые страны. Это интерпретация особенностей географического положения с точки зрения политики. Это северность, условно говоря, положение страны, России в частности, на севере Евразии. Это горы, которые представляют совершенно особые с точки зрения геополитического положения ареалы. И здесь в этой связи стоит упомянуть, что в настоящее время готовится так называемый модельный закон о горных территориях Межпарламентской ассамблеи стран СЭФ. Это приморскость, или в терминах Александра Георгиевича Дружинина, который является одним из руководителей проекта РНФ на эту тему, Таласа, аттрактивность, континентальность и ультраконтинентальность. Вот в этой области фундаментальные труды принадлежат удостоенному сегодня нашей премии профессору Безрукову. Транзитный потенциал и транспортные коридоры, анклавы, изучаемые в частности в Балтийском университете, не только, собственно, Калининградской области анклавного положения, но и других анклавов в мире, конфигурация сети городов и многие другие. Функциональный подход. Вот часто говорят о развороте на восток, я все время к этой теме обращаюсь, но все же с точки зрения внешних связей Россия остается европейской страной по понятным причинам. Если в 2010 году на страны ЕС приходилось 46% российского внешнеторгового оборота, в том числе 40% импорта и экспорта, то в 2018 году доля ЕС составила несколько меньше, но все же тоже около 43% и увеличилась на год значительно, в основном за счет экспорта. И в первую пятерку внешнеторговых партнеров России по-прежнему входят Германия и Нидерланды. И эти страны заняли в 2018 году, в прошлом, соответственно, второе и третье место по росту обороту с Россией вслед за Китаем, который опередил Германию по этому показателю. Вот на этом слайде изображена, показана структура экспорта России по группам стран. Здесь вот зеленым цветом показаны значения в экспорте и импорте стран-субъектов санкций, то есть стран Евросоюза, Соединенных Штатов, Японии и некоторых других. И видно, что если по экспорту их доля, ну, все-таки достаточно существенно сократилась с 45 до 37%, то по импорту она остается практически на одном уровне, что свидетельствует о технологической зависимости России от ведущих стран. Один из показателей, я только два взял ввиду краткости доклада, это анализ внешнего туризма, выездного туризма. По данным пограничной службы России, 38 примерно процентов поездок российских граждан в прошлом году были направлены в европейские страны за пределами бывшего Советского Союза, включая страны Балтии. И для сравнения 31% приходился на ближние зарубежья, кроме Балтии. Если в соседние страны наши сограждане едут в основном с нетуристическими целями, и для жителей приграничных районов эти связи имеют очень большое значение, то дальнее зарубежье – это туризм. И страны Европы по-прежнему остаются гораздо более привлекательными в целом, в том числе даже и с точки зрения пляжного туризма, чем страны Востока. Структурный подход. Вот в порядке иллюстрации я привожу карту из одной из наших работ прошлых лет. Здесь на этой наморфозе размер страны пропорционально объему внешней торговли с Россией, а цвет показывает долю в российском экспорте товаров с высокой добавленной стоимостью. Иначе говоря, речь идет о
иерархии стран по разным показателям. И здесь можно два подхода существует. Согласно одному подходу, который называется сторонниками мирсистемной концепции, устанавливается некий мировой геополитический порядок на достаточно длительную перспективу, эта иерархия остается неизменной. Вот то, что называется path dependency, инерционность развития. Другой подход, мир постоянно меняется, это некая мозаика, постоянно переливающаяся, и выдвигаются на ведущие роли региональных держав отдельные страны. Видимо, истина, как обычно, где-то посередине. И вот на этой карте видно, что Россия занимает вот такое промежуточное, типичное для стран полупериферии положение, поставляет довольно много товаров с относительно высокой добавленной стоимостью в соседние страны, но в то же время имея преимущественно сырьевой экспорт со странами Западной Европы, Европы и другими некоторыми регионами. Культурно-цивилизационный подход. Здесь также, как я уже сказал, можно очень много параметров, каждый из которых по-своему важен. Один из них – это язык, который представляет наиболее очевидный, яркий маркер идентичности. И значительная часть политических конфликтов имеет форму языковых конфликтов. И доказано достаточно хорошо с помощью конкретных показателей, моделей, что языковая общность способствует созданию интеграционных объединений при пограничном сотрудничестве, в частности. Массовое изучение иностранного языка в отдельной стране сопровождается в долгосрочном плане сближением со страной-носителем этого языка. И недаром такие страны, как Франция, Германия, другие, Китай в последнее время уделяет огромное внимание распространению своего языка и культуры, Китай, в частности, через сеть институтов Конфуция, которых в мире насчитывается более 1000 уже, в том числе многое в нашей стране. Наконец, усиление влияния государств на международной арене сопровождается распространением языка. Здесь вот есть такой экономический подход, который тоже имеет свои границы, не все только этим обусловливается, но, безусловно, это имеет значение. И, наоборот, эффективная языковая политика государства способствует упрочению значимости государства на международной арене. На этой, показано слева на этой картограмме доли населения стран ЕС, владеющих русским языком, и статус русского языка в странах бывшего СССР, достаточно известная информация. Наконец, подход, который называется критическая геополитика, очень популярный в зарубежной географии. Здесь речь идет о представлениях в общественном мнении, опять-таки, разных слоев общества, о силах, влияющих на мировую политику, элементах политического пространства, национальной безопасности, преимуществах и недостатках различных внешнеполитических стратегий. Цель заключается в сопоставлении идей, развиваемых и распространяемых политиками, общественными деятелями, общественными силами, учеными и взглядов разных слоев общества, восприятием ими этих идей, одобрение внешней политики правящих кругов населения. Геополитическое видение мира включает также представление о территории государства, его границах, справедливых или нет, предпочтительных моделях устройства, внутренних и внешних силах и так далее. Здесь огромную территориально дробную информацию дают нам теперь вот социологические агентства. Цель состоит в том, чтобы проанализировать зависимость картины мира в сознании граждан от их доходов, социального положения, уровня образования, места жительства, в частности, жительства в крупных городах или в сельской местности, пола, знания иностранных языков, личного опыта поездок, в том, чтобы выявить связь общественных представлений в разных странах о Европе, мире с географическим рисунком торгово-экономических и политических отношений, с объективным местом каждого государства мировой политики и экономики, глобальным пространством потоков. Здесь известно, что, скажем, влияние Китая, его популярность, так сказать, в разных странах очень существенно отстает от его экономической мощи и значения в мире, что прекрасно осознает китайское руководство и принимает на этот счет меры. Исследовательские вопросы, вот, ну, пожалуй, опущу. Важно, конечно, как воспринимают Россию в мире. Опять-таки, на этот счет можно найти довольно много информации зарубежной. Ну, не секрет, что все мы понимаем, что этот образ, к сожалению, негативный весьма.
Ну вот опять-таки, как видится современный мир, это карта из исследования уже несколько лет назад, законченного европейского большого исследования, в котором мы также участвовали. По результатам опроса около 9 тысяч студентов в 18 странах разных регионов мира. Вот таким образом видятся им привлекательные страны мира и менее привлекательные. Наиболее привлекательная Европа. Все, что закрашено зеленым цветом, относительно менее привлекательно. А площадь на этой морфозе каждого государства пропорциональна числу упоминаний. И вот из одной из самых последних работ, тоже пара слайдов, которые призваны проиллюстрировать этот тезис. Вот на этом графике показано, как изменялся дискурс о Китае в российских печатных электронных СМИ с 91 по прошлый 18 год. Довольно заметны некоторые скачки, которые имеют свои объяснения, но в целом, конечно, интерес СМИ к великому нашему соседу значительно растет. На следующем слайде медиадискурс о Китае в одной из информативных газет, рассчитанных на образованные круги населения. И, наконец, неудивительно, что поскольку дискурс официальный и медийный в целом у Китая весьма положительный, то доля российских респондентов, включающих Китай в пятерку наиболее дружественных России стран мира, растет, хотя в последние вот несколько лет остается постоянной, но на достаточно высоком уровне. Наконец, дискуссии. Вот эти дискуссии, вероятно, будут развиваться и на нашей конференции. Несколько дискуссий я выделил бы о геополитическом положении, наверное, их больше на самом деле. Но первый из них – это о повороте на восток. На этот счет существуют самые разные мнения. Группа экспертов, видных ученых. Здесь я хотел бы начать с того, наверное, следовало бы сказать, что альтернативы развитию отношений с Китаем и вот этому поиску геополитического баланса нет. Вопрос стоит, как к этому относиться, интерпретировать и какие здесь есть риски. Ну вот есть группа авторов, которые всячески приветствуют дальнейшее развитие отношений с Китаем, и другая группа авторов, которая высказывает определенное недоверие, опасения в связи с колоссальным ростом китайской экономической и военной мощи, укреплением военного потенциала, определенным давлением на соседей, бескомпромиссностью в проведении своей внешней политики, усилению авторитарных тенденций в китайском руководстве и так далее. Вторая большая дискуссия – это о Большой Евразии, которую, вот, в частности, развивает Вячеслав Александрович Шупер, который будет здесь выступать, и Александр Георгиевич Дружинин, и другие авторы. Очень важная. И, наконец, конечно же, дискурс о перспективах отношений в дальнейшем с ЕС в нынешней геополитической обстановке. Мое время истекло. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Владимир Александрович. Уважаемые коллеги, слово для доклада предоставляется Анатолию Ивановичу Чистобаеву, доктору географических наук, профессору, Санкт-Петербургский государственный университет. Уважаемые коллеги, мне, как и полагаю большинству из вас, было приятно услышать от первого проректора Казанского университета упоминание фамилии и большого вклада в развитие нашей науки Анатолия Михайловича Трофимова. Анатолий Михайлович – это мой друг, единомышленник, соавтор. Я воспользовался поводом проведения ассамблеи в Казанском университете, чтобы поделиться с вами своими воспоминаниями об этом замечательном человеке, а также о Нине Ивановне Блажко, усилиями которой здесь, в этом университете, зародилась математическая школа, тогда она называлась в экономической географии. Я позволил себе внести некоторую корректировку и назвал в общественной географии. Это я сделал не случайно, ибо в их трудах более широкий аспект рассматривался, нежели тот, который является только частью одной из наших научных дисциплин экономической географии. То, что эта школа зародилась здесь, в Казанском университете, были для того
объективные обстоятельства. Для Казанского университета характерно два личностных бренда. Это бренд Лобачевского и бренд Ульянова-Ленина. Лобачевский заложил учение о пространстве, перевернул представление об этом объекте исследования, а Ленин обосновал пространственную форму общественного разделения труда, главную категорию, которая является методологической основой для нашей науки. Вполне поэтому объективный процесс формирования этой школы именно здесь. Во второй половине 60-х годов прошлого века это произошло, когда резко активизировалось использование методов математического моделирования. На этом слайде вы видите три университета, которые были лидерами, родоначальниками в использовании математических методов в общественно-географической науке. Я бы в первую очередь назвал Одесский университет, потом Казанский и затем Тартуский. Почему Одесский? Потому как именно в этом университете впервые был прочтен курс лекций по использованию математических методов в географии кандидатом физико-математических наук Гуревичем. Затем сотрудничество Гуревича с Юлианом Глебовичем Саушкиным позволило распространить моду на математическое моделирование на весь Советский Союз. И возник несколько позднее, в конце 80-х годов, в начале 70-х, да, до середины даже 70-х годов, очень мощная математическая школа в Тартусском университете под руководством Сальмы Яновны Немик. К оценке ее труда я также позже вернусь, хотя в название моего доклада эта фамилия не входит. Нина Ивановна Блажко в Одесском университете работала совместно с Гуревичем. И вот это сотрудничество математика и географа было очень полезным и продуктивным. В 1964 году Нина Ивановна приступила к работе в Казанском университете. Спустя два года состоялась защита ее докторской диссертации в Москве. И уже через год в Казани была организована кафедра экономической географии и регионального анализа со специализацией экономика-географ-математик. Вот этот опыт создания такой кафедры был единственным в Советском Союзе. Он оказался весьма полезным и продуктивным. Коротко охарактеризую главные достижения Нины Ивановны Блажко. Она с позиции математического моделирования изучала системы городских поселений. Но в то время термин «городские поселения» был иным, чем сегодня. Сегодня городские и сельские поселения – это объекты местного самоуправления. Тогда понимание термина «городские поселения» были более широким. Они включали все города и поселки городского типа. Вот этому объекту и были посвящены исследования Нины Ивановны на первом этапе ее работы в Казани. Затем она перешла к созданию теории управления запасами как видом ресурсов географической точки и как источником потребления в пределах территориальной системы. Я напомню тот период. Это 60-е годы.
Это попытка осуществить в стране так называемую косыгинскую реформу. Ну, название во многом условно. Алексей Николаевич Косыгин поддерживал эту реформу, но разрабатывалась она в научных кругах. И лидером ее был Абел Гезович Аганбегян, а потом к нему примкнул Александр Григорьевич Гранберг и наш коллега, экономико-географ Марк Константинович Банман. Я уже довольно долго живу на этом свете и хорошо помню тот период, работая тогда в системе Академии наук. Тогда появилась мода на разработку межотраслевых балансов производства и потребления продукции. Вот этот документ разрабатывался по стране в целом, по Советскому Союзу, по всем союзным республикам, по ряду крупных экономических районов, как то Северо-Западный, Волго-Вятский и Западно-Сибирский, по всем автономным республикам и по ряду областей. Опыт разработки баланса по городу Ленинграду и Ленинградской области также имелся, и он был довольно успешным. И на его основе был создан комплексный план социально-экономического развития Ленинграда и Ленинградской области силами сотрудников северо-западного филиала Центрального экономического научно-исследовательского института при Госплане Российской Федерации, где мне также выпала удача работать на протяжении 8 лет, и в том числе над составлением вот этого комплексного плана, основанного на методологии межотраслевого баланса производства и распределения продукции. Нина Ивановна Блажко применила эту методику к разработке управления запасами. Вот вторая позиция на этом слайде. Применительно к городам. И создала учение о городах как о целостных совокупностях и иерархически сопочиненных систем. Нельзя сказать, что этот опыт получил в ее трудах завершение, поскольку Нина Ивановна довольно, надо сказать, неожиданно ушла из жизни, не доведя до конца многое из того, что ею и было задумано. Но именно благодаря Нине Ивановне произошло становление научной школы в Казанском университете, и оно выразилось выходом в свет коллективной монографии «Математико-географические методы исследования городских поселений», а затем и учебного пособия «Математические методы в географии». Это было довольно яркое явление в нашей науке тех лет. Преемник и продолжатель учения о математическом моделировании геосистем в Казанском университете был Анатолий Михайлович Трофимов. Мы познакомились с ним в начале 80-х годов. Произошло это в Великом Новгороде. Очень симпатичный человек, волевой, спортсмен. Он произвел на меня сразу очень сильное впечатление. И с тех пор до последних дней его жизни мы дружили. Мне довелось неоднократно приезжать в Казань, читать лекции для студентов, проводить вместе с Анатолием Михайловичем Трофимовым семинары. Вот вы видите его основные научные труды. Монография, написанная совместно с Игошиным, «Концептуальная основа моделирования в географии». Многочисленные статьи по теории организации пространства, концепции географического поля, теории границ географических образований. Но огромная заслуга Анатолия Михайловича состояла в подготовке кадров. Под его научным руководством выполнено
примерно 30 кандидатских диссертаций. Он консультировал подготовку 3 докторских диссертаций. Приятно видеть в этом зале его учеников, Михаила Вениаминовича Панасюка, Владимира Анатольевича Рубцова, Валерия Петровича Сидорова. Но не все смогли присутствовать здесь сегодня из числа его учеников. Но я бы мог назвать и многих других. Вот здесь, на этих фотографиях, он представлен уже в последние годы своей жизни. Я упомянул Тартусский государственный университет и фамилию Неммик Цальму Янну. Это ученица Четыркина Владимира Михайловича, заведующего кафедрой экономической географии в Ленинградском университете. Очень коротко дам характеристику этому замечательному ученому. Значительный вклад в разработку теории нашей науки он внес, работая вместе с Колосовским Николаем Николаевичем. Но затем он вынужден был покинуть Москву, уехал в Среднюю Азию, поначалу в Новороссию, затем уже оттуда в Среднюю Азию. Первое время работал в Самарканде, а затем в Ташкенте. В Ташкентском государственном университете свято чтут его память. На одной из конференций была посвящена публикация, в которой были освещены основные достижения Владимира Михайловича. И вот его достижением явилось, и вот это ученое, или этот ученый, Цальма Янна Неммик. Тогда прекрасные были отношения между Ленинградским и Тартусским университетом, в котором Цальма Янна заведовала кафедрой экономической географии. Она являлась членом диссертационного совета в нашем университете, и уже находясь в преклонном возрасте, удивительно, она не пропустила ни одного заседания диссертационного совета. Иногда трудно было собрать своих городских членов совета. А Цальма Янна за многие годы пребывания членом диссертационного совета не пропустила ни одного заседания. В 1974 году на базе Тартусского государственного университета было проведено 3-е, к сожалению, последнее, всесоюзное межведомственное совещание по применению математических методов географии под названием «География и математика 74». Главным модератором выступила Цальма Янна, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-экономической географии в Тартусском университете. Какова оценка математического моделирования в нашей науке на сегодня? К сожалению, надо сказать, что она невысокая. Вот после этих корифеев математического моделирования общественно-географических процессов были и другие сделаны попытки разработки моделей. К сожалению, они не вошли в практику управления. А вот работы тех людей, которых я назвал, да, они вошли в практику управления. Совершенно не случайно схема территориального планирования Татарстана была разработана с использованием ГИС-технологий. Это одна из первых схем, базирующихся на использовании ГИС-технологий, потому как в ее разработке участвовали и те ученики Анатолия Михайловича Трофимова, которых я упомянул. Схема формирования транспортной сети Татарстана,
которая была разработана под руководством Владимира Николаевича Бугроменко, замечательного ученого, ушедшего преждевременно из жизни, тоже базировалась на использовании математических методов в нашей науке. Сегодня у нас совершенно очевидно отставание от других школ по математическому моделированию, которые получили развитие в европейских странах и, надо сказать, в последнее время и в некоторых азиатских странах. Я думаю, что придет то время, когда мы вернемся к разработке наших теоретико-методологических основ науки, основанных на математическом моделировании. И в заключение хотел бы привести слова Трофимова в его очерке «О жизни и наследии Блажко». Он писал: «Ее учение делалось на прочном содержательном фундаменте географических знаний. Вот почему столь строги созданные ею экономико-географические концепции и столь велик резонанс ее исследований. Можно смело утверждать, что она была одним из основоположников строгой формализации экономико-географической теории. Ныне то же самое можно сказать и об авторе цитируемых слов Анатолии Михайловиче Трофимове». Более подробно я позволил себе написать воспоминания о нем. Они опубликованы вот в последнем вестнике «Арго» номер 8, который уже находится, доступен в сети интернет, но и многие имеют его в печатном варианте. Я храню об Анатолии Михайловиче Трофимове светлую память. Думаю, что многие из вас тоже самое. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Особое спасибо за то, что вспомнил наших учителей, наших друзей, которых уже нет с нами в нашем сообществе. Коллеги, прежде чем предоставить слово профессору Стрейкевичу Тадеушу из университета Познани, буквально минутку внимания вашего займу. Вот мы говорим о традиции, о наших легендарных корифеях. Вот один из таких людей присутствует здесь, в нашей аудитории. В этом году мы отмечаем своеобразный юбилей – 50 лет теории поляризованного ландшафта. Ее автор – профессор, доктор географических наук Борис Борисович Радаман. И вот Борис Борисович, он с нами. Но более того, вы будете хлопать еще интенсивнее, если я скажу, что Борис Борисовичу 89-й год. 89-й. Борис Борисович, вот покажитесь, пожалуйста, особенно молодежи, вот как должен выглядеть и вести себя настоящий географ. Спасибо. Слово Тадеушу Стрейкевичу. Тадеуш. Ага. Университет имени Адама Мицкевича, Познань, Польша. Извините, как здесь можно... Как эта система работает, чтобы... где тут же? Так, вот просто нажимать надо. Да, нажимать, да, да, и все. Да. Просто касаетесь, она переключается. Само, да, да, да. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу немножко сказать об инновационных исследованиях в области социально-экономической географии, которые мы проводим в нашем университете имени Адама Мицкевича в Познании. Здесь план моей презентации.
Может быть, сперва я скажу, момент, так как просто я, да, скажу, почему я выбрал такую тему для моей презентации. Сперва я вижу сильную связь этой презентации с основной темой нашей конференции. Общественная география в меняющемся мире, фундаментальные и прикладные исследования. Но кроме того, была еще одна причина. Во время неформальных бесед на конференции, организованной ARGO в Алтайском государственном университете в Барнауле год тому назад, один из российских профессоров, если я хорошо помню, профессор Катровский, спросил меня, какими достижениями может похвастаться полская социально-экономическая география в последнее время. Я что-то ответил очень быстро, но потом помнил, что этот ответ далек от завершения. И поэтому я постараюсь расширить его немножко и представить обзор выбранных исследовательских проектов, которые мы проводим. Это очень трудно мне переводить на русский язык, но, как видите, этих проектов, которые мы делаем только в нашем институте, очень много. Я должен тоже сказать, что два дня тому назад, когда я ехал уже сюда, в Казань, наш институт социально-экономической географии и пространственного управления стал факультетом, отдельным факультетом. Значит, теперь уже факультет социально-экономической географии и пространственного управления. Здесь только некоторые проекты. Один относится к так называемым творческим регионам, второй связан с сжимающимися городами, третий тоже, но более практический, четвертый связан с социальной социальным предпринимательством, социальными инновациями. И этот последний связан с географией рынка легковых автомобилей в Польше. Я представлял эту тему во время конференции в Узбекистане. Как видите, эти проекты очень разнообразные, но то, что я хочу сегодня сказать и подчеркнуть, что все они служат примером новаций, по-моему, в социально-экономической географии и меняющемся мире, и относятся как к географическим теориям, так и к их реализации в практике. Почему я назвал эти проекты инновационными? Они пытаются ответить на важнейшие вопросы и в их географическом или пространственном измерении. Во-вторых, они охватывают широкое географическое распространение. Многие страны принимают участие в их реализации. И они сочетают в себе теорию, эмпирические исследования, тоже практику и обучение. И теперь я очень коротко, к сожалению, очень мало времени, представлю только, как, например, выглядит первый из этих проектов, АКРЕ, который связан с творческими регионами, творческими городами. Здесь самые главные вопросы этого проекта. Здесь вы видите, какие партнеры, как много разных стран в этом проекте участвовало. И надо подчеркнуть, что, мне кажется, впервые были включены не только западные страны, но тоже очень много стран из Восточной Европы, так называемых постсоциалистических стран, принимало в нем участие.
некоторые результаты, например, мы просто сравнивали традиционные концепции местоположения пути развития и новые концепции, связанные с так называемыми мягкими факторами развития. Мы тоже хотели отнести свои исследования к бывшим теориям Ричарда Флориды и добавили до его факторов новые факторы развития, как пути раннего развития, path dependence, особенности места и тоже личные сети. Я должен сказать, что наш вклад был связан прежде всего с фокусом на специфике постсоциалистических городов и регионов и прежде всего роль этих личных сетей. Это, можем сказать, был наш вклад в эту теорию развития креативных творческих регионов. Мы очень много этих выводов, я не буду о них подробно говорить, но хочу подчеркнуть один. Известно, что существует не одна модель локализации развития этого сектора. И это тоже был наш вклад, что мы uznali, że faktory przywlecenia twórczego klasa w jakie to города или regiony во многом связаны с областями специфической культуры. И я сказал, что мне кажется, что регионы, город, где мы находимся сегодня, Казань, является примером такого фактора, да, у меня нет времени, чтобы о всем говорить, о всех этих итогах. Потом, конечно, были публикации, одни связаны отдельно с всеми городами, регионами, которые были исследованы, но потом мы сравнивали их, значит, были 3-4 автора с разных стран и просто делали такие сравнивающие исследования. Какая самая большая добавленная стоимость этого проекта и этих проектов? По-моему, это интеграция исследований, преподавания и практики в международном измерении. Я называю это эффектом синергического мультипликатора. Здесь, например, видите, как развивался этот проект АКРЕ, о котором я говорил. Мы начали его реализовать в рамке 6-й программы Европейского Союза. Потом этот второй проект CREARE, это уже был практический проект, реализован вместе с разными городами Европы. Потом мы сделали тоже местный план действий по развитию творческого сектора в городе Познań, регионе Великопольска. Я слышал, что тоже здесь географы очень связаны со стратегиями местного развития. Мы сделали тоже такой план по развитию этого сектора, используя все международные наши опыты. Ну и теперь тоже у нас аспирантура культурной индустрии в политике, креативный сектор в политике развития городов и регионов. Так что видите, здесь такую сеть сотрудничества вокруг научных, практических, дидактических проектов, связанных с креативным сектором, которое эта сеть начала формироваться с этого первого проекта АКРЕ. Так можем просто увидеть такой путь развития. Что теперь? Мы все время хотим сочетать теоретические и практические результаты разных проектов, но тоже расширяем пространственный охват, в том числе тоже Евразию. Например, здесь видите пространственный охват. Могу так сказать, я надеюсь, что вы понимаете, spatial scope нашего проекта о
że mających городах, shrinking cities. Например, видите, уже турецкие тоже города мы исследуем. Но, кроме того, здесь некоторые результаты напечатаны уже в этом первом проекте. Тоже, что мающихся городах в Центральной и Восточной Европе. Но что хочу теперь подчеркнуть, что этот проект выходит тоже на восток, можем так сказать, новая восточная перспектива. После нашей встречи в Москве во время вашего юбилея просто мы решили подготовить такой бук, такую книгу, чтобы сравнивать эти исследования в Центральной и Восточной Европе, в России и в Китае. И теперь уже у нас договор с издательством Routledge, и мне кажется, что в будущем году может быть такой анализ уже будет сделан. Что еще? В рамке этого проекта «Пожимуешь, мающимся городом» мы используем наш опыт, связан с проектом «Потворческим городом». Значит, как креативный сектор, творческий сектор может быть использован для стратегии регенерации, можем так сказать, сжимающихся городов, например, да. Значит, тоже у нас сотрудничество с Институтом городского и регионального развития в Кракове, например. Ну и что дальше? Здесь видите тоже новый проект RE-City в рамке горизонта 2020 International Training Network. У нас теперь 13 студентов, аспирантов, которые делают свои диссертации в рамке этого проекта в разных частях Европы. Например, теперь одна аспирантка, Анастасия Матюшкина, в Лиссабоне. Я тоже потом у нее будет практика в Познани у нас и тоже в других центрах немецких. Это очень хорошее использование, по-моему, нашего опыта теперь, чтобы просто аспиранты, тоже у них была такая возможность этот опыт наш использовать. Здесь видите просто, как называется этот проект. У меня уже нет времени, чтобы об этом подробно говорить. Но что я хочу подчеркнуть на конец моего выступления. Конечно, если только 10 минут, это трудно сказать о всех достижениях. Но, по-моему, эти примеры показывают, что социально-экономическая география в нашем университете, но тоже в других наших университетах, прежде всего в Варшаве, в Кракове, вступает в следующий период своего развития как динамическая дисциплина, перед которой открываются многие новые области исследований, которые могут идеально интегрировать три сферы исследования, дидактику и практику в международном масштабе. Просто эти, наконец могу сказать, что эти достижения способствовали тому, что в новой классификации полской науки социально-экономическая география и пространственное управление были выделены как отдельная дисциплина в области общественных наук. Значит, наравне с юридическими науками, социологией, экономикой и финансами, политологией, у нас теперь около 40 научных дисциплин в этой новой классификации, и социально-экономическая география и пространственное управление является одной из этих
дисциплин. Мне кажется, что это поддерживает, подчеркивает роль нашей дисциплины. И просто хотел об этом сказать, тоже наш факультет теперь первый в Польше такой факультет социально-экономической географии и пространственного управления. Большое спасибо за внимание.